Отцу. Нашла? Нет, это из дома, там другие ключи. Настя, если кармашка не там, открой. Вот это бобы. Да, это бобы. Да. Привет, Аня. Скажи мне, как бобы готовить? Я их как готовлю? Вот так, они молодые. Порезала. И в борщ. Или рагу. У меня бабушка как-то готовила бобы. Вот чисто бобы. Так вкусно, а когда они уже старые бобы, я их варю и пюрешку делала. Вот такая вкуснятина. Нет, она луком и салом сверху заливала. Она делала вот именно с молодых, с этими кусочками. Я помню, она делала, я малая была, не помню, да? Вот, а я их вот так порезала и Это 327. Черешня полкилограмма еще. 80 25 139. Давайте бананчиков еще пару штучек. 2? Угу. И 22. 161. Вы мне 11 не найдете. Вот такие. А что, мы на тебя сразу 30 рублей мне оставили. Ну уже Крымский мост, уже футболки. Индивидуальный предприниматель бус. Индивидуальный предприниматель бус. Она. Здравствуйте, Коля. Здравствуйте. На жаре устали? Да нет, не очень. Нет, не особо? Нет. Сейчас я быстренько. Лошадиная такая картошка. Сдачу здесь принципиально не дают. 50 копеек сдачи никогда. Как праздники прошли, Коля? Хорошо. Хорошо? У меня тоже хорошо. Да. Сын, завтра прилетает невестка. Денег сколько вам стоит один такой выстрел, ужас. Раньше выбегали все, как-то смотрели там. Было поздно. Фейерверки смотрели. Куролесили так, как в молодости. Да? Угу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Веселились-то мы с ним вдвоем. А, вдвоем? Да. Понятно.